Сегодня будем делать блок ME17921.1. Это Kia Rio, 18-й год, двигатель 1.6. Вот такой вот у нас блок с такими вот разъемами. Блок по обеде не прочитался. Делать мы будем его PCM-флешером, адаптером Scanmatic 2 и блоком PCM номер 71, Bosch EDC Bootloader. Подключаться будем по схеме вот такой. Вот она. И будем пробовать чтение. Затем преобразуем файл, сделаем Евро 2 и тюнинг. И этим же модулем зальем обратно. Итак, наш блок подготовлен к чтению записи. Подключились, повторюсь, вот по такой схеме. Значит, Scanmatic у нас подключен. Питание. PCM флешер. Так, PCM флеш выбираем. Адаптер. Scanmatic 2. И 71-й модуль Bosch EDC Bootloader. Нажимаем идентификацию. Вот, пожалуйста, идентификация прошла успешно. Процессор у нас 1724, который мы сейчас выберем. Вот он. И давайте прочитаем с вами флеш. Блок у нас 17921.1. Используем Scanmatic 2. Файл успешно прочитан. Чтение и пром также у нас получилось удачно. Эти блоки маленькие 17921.1, они с паролем. То есть если большой блок, пароля там внутри нет, то здесь в этом блоке пароль есть. Прочитаем его на всякий случай, поставим себе. Вот пароль успешно прочитан. При необходимости можно работать будет и 53-м модулем, если кому-то надо вдруг вскрывать его. Хотя существует 71-й модуль, это уже ни к чему. Флеш и пром и паспорт. Вот он. Это паспорт от АБУ от нашего. Открываем флеш. Вот наш софт. Вот мы его выделили. И сейчас будем этот софт искать Евро 2 с тюнингом и заливать обратно. Прошивки на эти блоки ME17921.1 хорошо делает Motor Master Chip, то есть Сергей Федоренко. Открываем Kia MEG17921 Rio, механика, Евро 5. Открываем софт. Вот наш софт KE506 FS20601.
нам нужно тюнинг Евро 2. Цены, вы как видите, демократичные. Открываем и покупаем. Вводим свой email два раза и оформляем заказ. Через робокассу? Давайте через робокассу. Здесь он требует номер карты. С учетом комиссии, видите, 1819. Давайте попробуем теперь через Яндекс оплатить. Посмотрим, какая комиссия будет здесь. А здесь как раз все без комиссии. Берем и оплачиваем. Открываем свой mail. И вот нас ждет письмо. Итак, файл загружен. Вот наш файл. Стоковый, который и Евро 2. Вот, пожалуйста. Выполнен тюнинг Евро 2. Теперь этот файл нам нужно залить в блок. Выбираем здесь флеш, 24 процессор. Вот он у нас. И делаем идентификацию. Идентификация выполнена. Теперь наша задача записать сюда модифицированный файл. И нажимаем запись. Оптимизацию оставляем. И пишем. Вот так быстро PCM Flasher со своим 71 модулем записывает файлы, которые сделаны для тюнинга. То есть пропускает все то, что не изменено, а все изменения записывает. Окей. Традиционно у Kia оторвалась часть катализатора, которая устремилась в мотор. Именно поэтому его вырезали и прошивали Евро 2. Итак, Kia готова. Заводим. Ну, машина еще холодная, сильно газовать не будем. Сделан Евро 2 и чип тюнинг.